По данным синоптика, в ближайшие дни температура воздуха будет постепенно повышаться. Прямо сейчас расскажу подробнее. На Южном Урале переменная облачность без осадков. О температуре в городах. В Садке, Златоусте и Верхнем Уфале плюс 13. В Троицке и Южноуральске плюс 15. В Магнитогорске и Карталах плюс 16. Температура воздуха в Челябинске в ночные часы. В воскресенье плюс 10, в понедельник и вторник плюс 9. А дневные часы в воскресенье и понедельник плюс 18, во вторник плюс 20. На этом все. Берегите себя и своих близких. До встречи на тридцать первом.